Твою мать! Ивева! Хочешь поговорить с Пласидом? Ты же этого хочешь? А то я могу отвезти. Soit c'est Kounia là, ou bien le pape j'en fait. Choisis. Я сам его найду. А, окей. Подайте мелочи, ветеран. На, держи. Спасибо, мальчик. Помоги тебе Бог. Придется тебе меня дослушать до конца. Киса? Иди. Пласид будет наверху. Да, наверное, это не продали. Ну, в городе. А потом идти на... Я думал, ты все. Ты заранее все спланировал. Ты не собирался оставлять меня в живых после заказа, да, ублюдок? Нет, ты не прав. Мосли тебя обманул. В пизду, Мосли! У меня у самого глаза есть. Я же прав, да?
Мы потеряли связь, это нарушило план. Хуйня. Я видел, как вы стираете агентов. Не надо пиздеть, что это все было без твоего ведома. Так что не держи меня за идиота. Ты вышел на поле боя. В тебя попали. Вот и все. Я должен был вытащить своих. Они для меня важнее всего. Мы пытались спасти тебя, но Мосли, он сильнее, чем мы думали. Своих? Это кого? Брижит и других. Дозор удерживал их во льду. Понял. Вся эта операция была в твоих интересах. До нее ты не мог поговорить с Брижит. Блять! Ты не мог мне этого сказать до того, как посылать в логово врага! Ассе, надо уходить отсюда. Это еще не конец. Дозор вернется. Ты же не возьмешь его с собой в крипту? Он же Аньон. Таких сотни. Ты видела сканы? Да, видела. Соти Куня, Фетут Мун Соти. Ты отослала Пласида только ради меня? Не хочу, чтобы он тебе навредил. Это нельзя допустить. Получается, ты знаешь про биочип? Да, и мы должны его проверить. Много узнала из моих сканов? Уж точно больше, чем Пласид. Ты узнала биочип, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт. С Пласидом мы, честно говоря, не сработались. Я терпеть не могу, когда от меня что-то скрывают. Да еще это его злобное бормотание. Меня уже трясти от него начало. Да и кстати, что значит Раньон? Я все объясню, но сначала посмотрим, в каком состоянии биочип. Если с ним все в порядке, мы дадим хорошую цену. Биочип не продается. И силой вы его не отберете. Он был в херовом состоянии еще до того, как я попал в ГИМ. Он не работает? Все не так плохо. Просто никто не знает, как его вытащить из моей головы, чтобы я не сдох. Вам надо было, чтобы я его выкрал. Значит, у вас могут быть идеи, как мне помочь. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Эвелин Паркер. Знаешь такую? А, кукла. Шлюха. Ты нашел нас, потому что она тебя к нам привела. Хоть на что-то эта девка в итоге сгодилась. Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделал. Другого способа нет. Чтобы достать биочип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Тогда ты первая. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити, теперь мы справляемся без них. Сюда. А как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он... Юнбетиба. Куда мы идем? Скоро увидишь.
Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет, часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Vieux à courant. Мы введем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. У вас что, есть своя версия синтеховского интерфейса? У нас есть своя версия для всего. Мы ничего не берем из города. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором. Если бы ты знал, что можно встретить в сети, не пытался бы спорить. Чем это отличается от простого нетранинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нетранеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть инграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Дирекция коннекте. Коннекция стоп. О, нет. Только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви. Делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй. Делай, что говорят. Слушай. Можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит, что лед отпугнет диких искинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы будем готовы. О, нет. Только не ванна.
Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви. Делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против эскиинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу дозора. Только черный заслон тоже эскиин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскиины думали, как люди, его бы сочли предателем. Можем работать. Кимун Гида Кудежели. Леон avec Jean-Philippe. Ну, что теперь? И паре. Джонни. Паре плонжи. Где мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Тут все такое живое, настоящее. Киберпространство все время движется, меняется. Интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга. Но ты совсем особый случай. Ты сейчас видишь больше, чем я? Да. Киберпространство всегда такое. Тробе. Ладно. Что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней. Это займет всего... Лежи. Происходит. Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! Блин. Это из-за концерта или... Керри? А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости.
Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Чего тебе сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. Понятно. Ты типа видишь меня насквозь. Ты знаешь, о чем я. Но перед собой тоже притворяешься. Это у тебя офигенно выходит, притворяться. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Что это нечто большее? Что у нас отношения? Такие, что можно ебать мне мозг по каждому поводу? Тебе именно показалось. Эй, ты куда? У меня встреча. Силлерхенд! Эй! Мощно выступил! Альт. Сьюдс Ревенвен, I came and then. Не надо. Хватит. Can't kill me, cause I'm zeros and ones. Bless away, bless. Насколько еще ты будешь дуть? Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? В другой раз, Чумбы. А если другого раза не будет? А? Джонни! Отделали. Ну давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя.
Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Что ты видел? То же, что и ты. Они приехали за ней, а ты просто был рядом. А ты стоял и задумчиво дрочил из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет, материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли черт знает куда. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Думаю, Альт — случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и таких дохера. Росаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед. Такой, что не расколешь во всех смыслах. Росака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Погоди-ка. Альт хотела встретиться с тобой. Угу. Просила, чтобы я ей помог. Были причины. Корпораты давно за ней охотились. Но до этого она как-то уходила от их клинков. То есть она боялась и пошла к тебе? Ага. И я начинаю понимать, почему. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Кто только верит в такую херню. Пошли. Окей. Что ты думаешь? Я весь внимание. История стара как мир. Росака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты чё? Пойдешь со мной? Куда? В Росака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Я буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Наверху. Сядь. Не рыпайся. Сильверхенд! У меня тут счет с твоим автографом! Какая приятная встреча. Потерялся, малыш? Ты видел бестию?
Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Ты видела, с кем он разговаривал? Мне нужно имя, и все. Уже не помню, извини. Этого хватит, чтобы освежить тебе память? Вижу, ты тут первый раз. Дать тебе совет? Давай. Уёбывай. Джонни. Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот город. Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхэнда. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ты же не злишься на меня? За что, Джонни? За то, что ты мне напиздел и подставил моих людей? Или за то, что ты ебал еще трех баб за моей спиной, пока мы встречались? Не думай, что я не понимаю. Было всякое. Но у нас сейчас нет времени на чувства. Я не тороплюсь. Новый партнер. Знаешь, это твоя обаятельность переоценена. Или поистерлась с возрастом. Так у тебя какой-то заказ, рокер? Или ты просто языком потрепать пришел? У меня заказ. Срочный. Но я хорошо заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее и возьми деньги вперед. Ну так... Сколько, рокер? Дело связано с Арасакой. Я пойму, если вы не возьметесь. Хотел заинтересовать, получилось. Если ты хотел получить скидку для друзей, это не ко мне. Да ладно, вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами. Так-то да, только не за даром. Такие приколы только для рокеров. Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идешь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхэнд, пойдешь с нами. Хочешь отвезти меня к Альт? Так я и думал. Так тебе и надо! Ты все так же популярен. Эй, мне кого-нибудь оставь! Фланга заходим! Сдохни!
террорист! Вертолет? Серьезно? Вот это я одобряю! Отступаем! Мне этого не хватало. Через секунду! В укрытие! Есть еще кто? Никак... Надо выбираться! Кто не спрятался, тому поздняк. Огонь на поражение! Вот так! Отлично! У нас потери! Сука! Давай, блин! Надо сваливать отсюда! Скорее! Слушай, это было круто! Немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист. Ты не знаешь. Сзади к нему сходи! Разъебем их! Соберитесь, снизите! Нам надо вытащить из Арасаки. Нетранершу из ITS. Альт Каннинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да. Отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Человек, пострадавший во время беспорядков, по-прежнему остается неизвестным.
Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Таур, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. Центральный компьютер. Надо его найти. Ну все! Быстро-быстро! Тебя оптику замкнуло или что? Целься давай! Хочешь тут сдохнуть? Приди в себя! Но! Блять, дверь закрыта. Что теперь? Секунду, я что-нибудь придумаю. Прикрой меня! Закончим по-быстрому. Говори, нам сюда идут четверо. Приготовиться. Кто бы мог подумать? Только один. Идем. Прямо по курсу. 5 секунд и заходим. Готовы? Хорошо. Мы победили. Неудивительно. Да что с тобой? Ты включишь голову или нет? Алекс, убей! Несем больших! Есть еще кто? Никого? Нет? Так я и думаю. Открыть огонь! Нахуй! Я жить хочу! Хороший был бой. У тебя все-таки есть польза. Вижу миниган. Ну и слушай! Хорошо. Мы победили. Вот и все. На этой двери столько брони, что без танка не пробьешь. Есть идеи? Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. 3, 2, 1. Идеально. Нас напали! Ты видишь? Соберитесь, не зевать! Он не спрятался, тому позднее. Он гибер! Сдохни! Я пустой! Перезаряжаю! Слушай, это было круто! Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям! Слышишь?
она... Альт, нет, только не это! Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что мы можем. Не изменишь. Она не... Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Ну, говори, а то лопнешь. Расскажи, что потом стало с Томпсоном? Не знаю. Мы с ним больше не работали. Может, потому что ты его разъебал, чтобы злость сорвать? Ты не понимаешь, он же падальщик. Хер раз два бы он помог Альт. Ему была нужна история. Он же охуел от радости, когда увидел, что Арасака ее обнулила. Да этот уебок сам бы, блядь, ее убил, лишь бы снять материал получше. Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чем? Не знаю. Что вы были вместе, что она создала душегуб, что она умерла. Как она нам поможет теперь? С того света? Она не умерла. Ей удалось сбежать. Я видел тело. Альт перешла в сеть. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Думаешь, Альт еще жива? 50 лет прошло, и ты их провел в Микоши. Дозор уже давно мог ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ним. Ты, наверное, не потянешь. Для меня прошло явно больше минуты. Я увидел большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да уж, эмоций было через край. В каком состоянии конструкт? По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой.
То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь инграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Как мне перейти на ту сторону? Лежит? Альт! Джонни, тебе нельзя здесь оставаться. Альт Каннингем. Альт? Что происходит? Поговорим. Спокойно. Я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон, только чтобы меня увидеть. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт, это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегуб. Ты вручила Арасаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной воле. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. Джонни не виноват в твоей смерти. Откуда ты можешь знать? Я видел его воспоминания. Это была случайность. Ты видел не более, чем его субъективную версию произошедшего. Образ событий, который остался в его подсознании и деформировался за годы воспроизведения. Его версия не имеет ничего общего с истиной. А кто ты тогда, если не Аль? Я пользуюсь данными ее энграммы. Круто. В ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой. Может, вы попозже с этим разберетесь? Не знаю, чего я ждал от встречи с тобой, но уж точно не ссора виртуальных любовников. Ты сейчас только хуже делаешь. Хуже быть уже не может. Ладно, я понял, ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. Интересно. А Брижит говорила, что может меня спасти. Вудуисты тебя обманули. И почему же я не удивлен? Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Лучший в истории Нетранер Найт-Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова.
Так ты знаешь, как можно мне помочь? До сих пор все говорили, что мне уже ничего не поможет. Все это Андрес Хельман, который работает жаполизом у Сабура. В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди. То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Ты все-таки смог выжить. И без твоего участия. Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхенда. Тебе не повезло, ты впутался по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются. Может, мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Нет, я слишком дорожу своим временем. Слава богу, сделка закрыта, и мне больше не придется с вами работать. Тогда убирайся.